Как опарыш, который никогда не сможет стать бабочкой, так и некоторым людям никогда не, ну, не дано быть трейдером. Что мы тут видим, мои маленькие любители трейдов? Я вас всех приветствую вначале на моем канале. Ну и давайте, что мы здесь видим. Минус 6 тысяч, естественно, расширение криво посчитало мое 98% фейда. Я такой залоу прайс отдавать не буду, это раз. Во-вторых, это мне минус 31%. Это уже завсегда-то наша мышь. В прошлый раз я ему желал, чтобы он засунул свой половой орган в какую-нибудь мышеловку. Сейчас же я желаю, чтобы это был в капкан, чтобы не перебила, а просто отрубила. Что у нас тут дальше? Йоу, оцени скромный инвентарь, всем бобра. Ну хорошо, давай оценим. Это снова я, и можно ли с моим инвентарем начать трейдиться? С любым инвентарем можно начать трейдиться. А дальше тут у нас, тут у нас, ну, во-первых, СТ, во-вторых, естественно, наклейки, да, то есть, ну, наверное, что будет честно, проще обменять. Хотите ли вы себе М-ку кибербезопасность X2, которая в стоимости за счет того, что она СТ, либо возьмете обычную, и либо возьмете обычную солнце в закате льва? Конечно же, я бы лично выбрал солнце в закате льва, потому что я плачу за сам скин, а не за то, что там имеется счетчик. Мне откровенно похрену, сколько я убил человек с этого оружия. Дальше у нас тут опять же, это у нас СТ, да, то есть заговор. Но опять же, народ, 7% это не критично, прям не так, чтобы дико, да. То есть когда 10% и выше люди просят себе в плюс, это уже для меня лично критично. А 7%, опять же, надо понимать, что оба скина СТ, скорее всего, у них может быть завышенный рынок, нежели обычные их копии, да, то есть без счетчика убийств. Вот, поэтому такой просто отклоняется. И все, дальше трейд, о чем я говорил, то есть, как я вам говорил, до 700, до 1000 рублей, порой сделки очень хорошие залетают, вот вам, пожалуйста, скины за кейсы, опять же, закаленка, да, закаленка, она стрёмная, но, народ, надо понимать, что мне такой огромный размен не нужен, даже в плюс 10% я такое могу отклонить, потому что я такой наглый трейдер. Держи, спасибо большое, держу, во, это кунька, после, это кунька, когда начинает записывать жизнь трейдера, прям, чья мать не спряталась, я не виноват, иду искать. Дальше тут у нас опять карточки, спасибо за это огромное. Привет, кунька, прими, пожалуйста, если не понравилось, то кинь контрпредложение. А, чтобы вы понимали, этот блок стоит дороже, чем весь его инвентарь. У него инвентарь на 1000 рублей по бафу. 1000 рублей по бафу, чтобы вы понимали, стоимость такого блока около 2500 по бафу. Естественно, я такое отклоню. И делаю исключение для твоей матери, поэтому просто дам ей облизать свои ноги, и все, и она свободна. Просто надо же быть таким конченным идиотом. Дальше тут у нас что? Здесь Катавица 2015, она находится на топовой позиции. Я думаю, почему бы не принять? Ну, просто так, по приколу, пускай будет Катавица 2015. Я считаю, это прикольная тема. В принципе, мой модератор Вишня оценил данный трейд как норм. Это вообще прям мое почтение, оценим как норм. Слушайте, там, по-моему, два человека просилось на оценку инвентарей, а я почему-то добавил одного. А, нет, все, одного. Второй просто спросил, можно ли трейдить с его инвентарем. Конечно же, можно. А дальше трейд мне в минус, причем огромнейший минус. Человека я закину в черный список, потому что, ну, опять же, человек имеет аниме на Ави, а это значит, что он все свои мозги выдрачил через свой член, потому что, ну, там мозгами уже не пахнет. Я думаю, там изначально-то в базовую комплектацию не были вложены они, потому что, ну, как могут быть мозги у человека, да, который кидает такие трейды? Я думаю, их там полное отсутствие, как бы там вообще не черный дыра вообще была такая, знаете, просто всасывает и всасывает всякую хрень в себя. Дальше тут у нас что? Здесь у нас две карточки плюс солька. За это тебе огромное спасибо. Пожалуйста, друг, я очень сильно хочу себе калаш Азимов. И тебе это в минус всего лишь 2 доллара. Вы знаете, если этому минус, ему всего лишь калаш... Ну, это в минус, да? Ну, то есть как, он хочет себе калаш Азимов. Да, это в минус мне всего лишь 2 доллара. А почему бы это все мне не предложить за мой калаш Азимов? Ну, типа, давайте мы сделаем такое предложение. А, я вообще он список добавил, потому что он написал всего лишь тебе в минус 2 доллара. Ладно, хрен с ним, пускай там и сидит. Дальше, фальшен и фальшен. Ну, подумаешь, его фальшен дешевле, да, на 2000 рублей. Но это всего лишь 2000 рублей. Это больше, чем его мать зарабатывает за неделю, обрабатывая грязные всякие вонючие члены у работников всяких таких, знаете, которые в канализации работают. Я ни в коем случае не осуждаю такой труд. Я сам являюсь таким же, то есть я там по подвалам оптику тяну и витую пару. Да просто вот ты оттуда вылазишь, такой вонючий, потнючий. И прям он берет этого кристаллики соли прям с залупы, как слизывает. Фу, блин, аж снова противно стало. Ладно, чё, всем приятного аппетита, кстати, кто кушает. Я думаю, сейчас половину в тарелку точно ливанула. 1 рубль фон. Отдаем, потому что тут одна карточка стоит, как этот фон, поэтому это отдается. Блин, какая я мерзость все-таки, а. А, привет, можно в оценочку профиля? А, можно в оценочку профиля делал, конечно же, можно. А дальше, ну, калаш и калаш. Ну, слушай, я с таким, ну, с таким подходом желаю тебе до конца твоих дней только заниматься всяким таким, с какими-нибудь бродячими собаками. Ну, тоже женского пола же, почему бы и нет? Если то женщина, и то и женщина, зачем платить больше, да? Кину какую-нибудь палку колбасы и давай, пока она кушает. А дальше минус мне 11%, естественно, я такое отклоняю. Плюс
плюс, да, тут кто-то может идти, ну, Кунька, здесь редкие флоты, почему ты об этом не сказал? Потому что даже если я возьму редкие флоты, это вообще никак не дотягивает на 3,5, ну, на 3000, да, то есть на 3300, конечно же, пусть сосет у тракториста. Привет, можно в оценочку? Пси, нет, нельзя. Конечно, можно, что за глупые вопросы? Ё-моё, ты где нашел фотографию моей бывшей? Шучу, у меня все бывшие красавицы и принцессы просто. Некоторые, конечно, те еще шлюхи, но... это, увы и ах. Так, ну, в принципе, нормально, нормально. За такой фон, пускай забирает, здесь карточка примерно столько же стоит, поэтому пускай забирает. Что у нас тут дальше? Дальше Кортисера, 7% мне плюс. Спасибо большое, Кортисера, мне неинтересно, у меня их целых две лежит. И после полевых, и немного поношенные, и со стикером. А дальше Марти. Ну, Марти кидает по стиму, наверное, даже в плюс, потому что здесь СТ-шка. Но, на самом деле, естественно, это мне в минус и минус, потому что здесь 0,17 флот, плюс ко всему здесь наклеечек на 3000 рублей, конечно же, такое отклоняется, а мать его отправляется учить с ним математику. А дальше Биба и Боба, два долбоеба, решил я сразу так двоих показать, потому что, ну, народ, я все-таки не выдержу, если этого человека терпел и не добавлял его в черный список, сейчас я его закину в черный список, вот, а также несколько бутылок разбил об голову у матери, и его голым очком сажал на эти осколки. С этим, в принципе, я сделал, проделал то же самое, потому что они братья, судя по всему. А дальше, здоровый, лысый, накачанный мужик, давно уже не такой, давно уже волосатый и толстый. Удачных тебе трейдов и прибереги чего, мирминистин, блядь. Для мам греха трейдеров. Мы же все же за безопасный. Так не переживай. Я, типа, нормально все, я предохраняюсь. Ну вот. Блин, сложная слишком, шутка сложная. Я думаю, немногие подписчики поняли, о чем он. Так, ну, в принципе, мне это нормальный фончик, потому что здесь карточки стоят, естественно, дороже, поэтому такое принимается, блин. Все карточки у меня скоммунизили уже, а? Никакие вы какие, а? Здорово, Кунилинкус, хватит такого на оценку, с меня ящик пива и 3 рубля на карту. Давай, ждем 3 рубля на карту. Пока не сделаешь этого, не добавлю в оценочку, вот вообще никак. Так что, что у нас тут дальше? Держи карточки, Кунь, удачных трейдов и Аники. Я не знаю, что такое Аники. Ну ладно, спасибо большое. Спасибо за контент. Спасибо огромное, что смотрите. Если бы вы это не смотрели, нахрен бы я это делал. Спасибо огромное за карточки. И здесь спасибо огромное за карточку. Извиняюсь, что прервал просмотр видосика, но хотелось бы каждого из вас лично пригласить в свою группу по трейду. Здесь абсолютно каждый свободно может выложить свое объявление на трейд. Здесь уже куча всяких трейдеров, хорошенький актив. Поэтому трейдер здесь может выложить спокойно объявление. Ну а плеер может среди этих разнообразий объявлений выбрать нужный ему трейд, нужный скинчик и обменяться по более выгодному проценту, нежели мы будем обмениваться, да, сравнивать SkySmoney, TradeGG и другими сайтами. Также рекомендую подписаться на мою любимую группу. Группа называется «Я худею с ваших трейдов». В чем суть этой группы? Здесь абсолютно каждый может поделиться трейдами, которые отправляют им различные клоуны в огромные минуса и так далее и тому подобное. Поэтому группа реально классная. Люди жалуются, что им не приходит оповещение на YouTube, что вот пропустил видеоролик, пропустил стрим. Народ, на этот случай есть мой Discord сервер. Здесь как только выходит видос, вам сразу придет оповещение. Как только я запускаю стрим, сразу приходит оповещение. На мой Discord, на моей группе все ссылочки будут в описании. Что у нас тут? О, нифига себе. Аниме Холмс. Ё-моё. Что только хентай художники не нарисуют? И это что у нас? Это вообще сколько стоит? Сколько стоит? А, ну тут автобай 1 рубль. Ну, я что-то с такой цены аж прихерел. Ну, тут продавали за 11. А чувак дает. Ну... Ладно, в принципе, сойдет, хрен с ним, пускай забирает. Но довольно-таки дорогой фон, слушайте, я даже не знал, что у меня такой фон есть дорогой. Жесть какая-то, просто жесть, как она есть. Что у нас тут дальше? Дальше человека добавил в черный список. А здесь у нас имеется Катавица 2014 на топе, здесь Катавица 2014 на топ-2. Кто скажет, Кунь, человек не заметил. Нет, человек направил, ну, специально захотел меня поиметь, потому что у него здесь есть стикер. Он шарит за стикер, то он просто захотел поиметь меня за деф. Слушай, если я, твою мать, выебал в рот, и при этом я ничего не заплатил, не значит, что я тебе что-то дам, и ты мне можешь за это не переплачивать. А дальше что у нас тут? Здесь 0.45 калаш Азимов, за это есть какой-то, ну, какой-никакой овер, поэтому, в принципе, никак комментировать это не буду, может, рейд даже нормальный. Но я в этом сильно сомневаюсь. А дальше аниме пацан закидывает карточки, за это тебе огромнейшее спасибо. Держи соль, спасибо тебе за видосы, спасибо огромное тебе, что ты смотришь меня, и огромное спасибо за карточки и сольку. А дальше тут у нас, ну, типа около нулевой трейд, здесь наклейки, спасибо, мне интересно. Кунька, еще раз привет, каждый день буду стараться кидать эти штуки, знаю, тебе они очень нужны, я пытаюсь копить на нож с нуля, удачи, ну так зачем тебе тогда отправлять мне карточки, я эту карточку приму, а так на будущее больше не отправляй, продавай эти карточки и экономь денежку, потому что, между прочим, иногда денежка может давать даже вот эти вот, порой одна карточка может заролять тебя в покупке ножа, я тебе на полном серьезе, порой даже рубля может не хватить, как бы смешно это ни звучало. Тот же самый челик, да, только здесь он просит гораздо меньше. А дальше у нас здесь Егорка, ну, блин, пытается меня все-таки затрейдить.
согласиться со мной, я на такой трет не принимаю, спасибо большое. В оценочку инвентаря, конечно же, давай добавлю. Дальше, опять же, дебильная аватарка, скорее всего, русский какой-нибудь школьник, мать все пропивает, человеку на образование вообще не хватает, и он считает, что он кинул нормальный, адекватный трейд. Спасибо большое за карточки, что у нас здесь за фон? Давайте посмотрим, потому что я говорю, тут какие-то фоны, блин, стоят таких денег, потому что смотришь, такой думаешь, за что? За что, господи, тут люди просят столько, так, 2 рубля. Ну, кстати, тут FTB хотя бы 2 рубля, нормально, нормально, потому что это две карточки, по сути, поэтому эти фоны, этот фон, точнее, я могу отдать и вообще не переживать по данному поводу. При этом можно в оценку инвентаря плеера, конечно же, можно, но вот это бесполезно мне подписывать, плеер это или не плеер. Ну, здесь, я думаю, все понимают, что здесь идет 1000 переплат за флот, ну, пофигу, что М-ка стоит 1000, тут идет 1000 переплат за 0.21 флот и идет 1000 переплаты за 0.22 флот. Конечно же, нет, я надеюсь, твоя маму забьет какой-нибудь алкаш и изнасилует ее, вот, чтобы у тебя братик был. Ну, я думаю, в принципе, и так и ты был зачат. Привет, очень хотел попасть в ролик. Можно в оценочку инвентаря, конечно же, можно. Кстати, какой у тебя самый любимый нож и скин на него? Бабочка, вторая фаза. Лови сольки, ловлю сольку, спасибо большое. Либо керамбит рубин, либо коготь рубин, либо уса рубин. Ну, опять же, тот же самый челик, минус 40%, ну все по дефолту, но говорю, недолго музыка играла, недолго фраер танцевал. Залетел человек в черный список. Здорово, можно дать, можешь дать этот фон и удачных видео. Давай посмотрим, могу ли я дать тебе этот фон. Мне кажется, нет, потому что, по-моему, фон этот дорогой. Сколько стоит этот фон? Нет, 2 рубля стоит. Забирай. Забирай, я тебе даже подарочную упаковочку заверну. Чего у нас тут еще? Чего у нас тут еще залетело? Залетел у нас тут крутой подгон. Скажи, пожалуйста, Миша Софин, Саня водил твою мапку в кино и отсоси. Как оригинально. Чувак, походу, мстит за то, что они его не позвали в столовку в школе. Теперь вот так вот, посмотри Кулькин видос, а что там? А там твоя мамка вспоминает. Ладно, что у нас тут в инвентаре? В инвентаре на самом деле ни хрена не произошло. День пришел, число сменилось, ни хрена не изменилось. Завтра будет день опять, да и в рот его ебать. Да, к сожалению, сегодня пока что трейдов еще не залетело. Держусь я пока что 4 дня, да, то есть у меня есть такой челлендж на канале, называется «Сегодня я богаче, чем вчера». Суть челленджа, что я каждый день должен понимать себе плюсовую нормальную сделку. Именно нормальную, то, что там 70 рублей процентов, ну, 70 рублей мне было в плюс, это, я считаю, для моего инвентаря слишком мало, поэтому я такое не засчитываю. Так, народ, кстати, это все трейдится, на самом деле, вы можете залететь по ссылочке в описании, там моя указанная личная трейд-ссылка, переходите туда, выбирайте скинчики, которые вам интересны, неважно, тут есть и стикеры, есть и флоты, если вообще не разбираетесь, типа, не шарите, чё, как, кого, куда, просто подпишите трейд, кунь, не шарю, если что, сделай контр, я посчитаю, сделаю контр. Если, опять же, да, кто-то скажет, кунь, ну тебе уже так подписали, ты чувака матерь похоронил сразу там, да, типа, народ, ну надо понимать, что адекватные трейды все равно должны быть, и вы как бы смотрите трейдера, и просить за Катавицу, точнее, оверить за Катавицу 1014 на топовую позицию, топ-1 позиция она находится, как бы платить 100 рублей переплаты, я сам за это переплатил больше. Чтобы вы понимали, я за это переплатил 33 рубля, и это в реал. Вот, то есть надо это прекрасно понимать. Ну, короче, 1950 я переплатил. Ну, я имею в виду, к стоимости этого скина. Поэтому, конечно же, я человека мамку в кино вводил. Но, блин, ну надо же быть адекватным. 100 рублей переплатить за Катавицу 2014. Ну, это надо быть совсем конченным идиотом, отсталым, аутистом, я не знаю. Сколько мать твоего алкоголя пила, когда тобой была беременна? Я думаю, там просто она с ликера водочного завода не выходила. Ее просто там спаивали и ебали, блядь, пока ты был в ее утробе, блядь. Поэтому тебе мозги все отбили еще, блядь, в утробе твоей матери, блядь. Сука, за Катавицу 2014 переплатить 100 рублей, ебануться, блядь, стоит дороже, чем его инвентарь, блядь, и его мать нахуй на неделю, если ее снимать. Ладно, все, извиняюсь, народ, ну, если они более-менее адекватные закинуть, просто подписать, кинь контр, я кину контр, понятно, буду просить себе в плюс от 5 до 6, там, ну, от 5% и больше, вот, в зависимости от того, сколько скинов и так далее и тому подобное. Но, кстати, если вы смотрите, да, то есть видите здесь 6 дней задержка трейда, на самом деле, в момент, когда вы смотрите, все вышло уже из трейдбана, потому что я выкладываю видеоролики с недельной задержкой, поэтому все скинчики, которые вы видите, уже можно со мной затрейдиться. Не бойтесь, ничего страшного не произойдет, если вы не будете за Катавицу 2014 переплачивать, блин, 100 рублей. Ой, господи, лучше бы твой батя переплатил бы 100 рублей и купил бы пачку гандонов, блядь, тебя бы в нем завязал бы, да в унитаз бы смыл. Ну а на этом у меня сегодня все. Спасибо вам огромное за ваши подписки, лайки, комментарии. Народ, они очень сильно мотивируют меня делать видосы дальше. Ссылочки, которые вас могут заинтересовать, будут в описании. Ну а с вами был, как всегда, Кунька. Желаю всем позже подружек, адекватных тиммейтов и дорогого шмота. Всем удачи, народ.